когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда набор ваших знаний не соразмерен сложности задачи, с которой вы сталкиваетесь, вы испытываете, естественно, для любого неофита, человека, который только входит в профессию, только начинает практиковаться, фрустрацию. Но в этот момент переживать комплекс самозванца рановато. У вас комплекс неофита. Вот. Вы пошли, начали что-то делать, еще ничего вы ни бельмес не соображаете. Вот. И это нормально. Вот. И каждый из нас в чем-то является неофитом. Понимаете, нет ничего хуже уверенности и в собственной правоте, и в собственном знании, там, и так далее. Это же превращает жизнь в тоску. В тоску, понимаете? Вот, слава богу, что не знаем, понимаете? И слава богу, что можем ошибиться. Это дает нам возможность, во-первых, быть в тонусе, потому что если вы не боитесь ошибиться, вы не будете в тонусе, вы точно что-то пропустите. Все время сохранять вот эту такую и готовность что-то новое осваивать, трансформироваться. Потому что в конечном счете это главное же развлечение, потому что все остальное, разновидности одного и того же. А вот когда вы во что-то углубляетесь, вот вы начинаете видеть подлинный объем. Так что давайте учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин.